Клуб молодого избирателя в прошлом году создавался как пилотный проект. На сегодня учредители общественного объединения признаются, этот шаг был правильным. Просвещение молодежи по вопросам выборов – необходимая работа. Это в будущем обеспечит их активное и осознанное участие в избирательных кампаниях. Поэтому деятельность клуба продолжается, и сегодня был избран новый состав. Это студенты профессиональных учреждений города. Мы выбрали, назначили новый состав молодежной избирательной комиссии второго созыва, куда вошли у нас 17 представителей студенчества. Есть один представитель от общественного объединения политической партии «Справедливая Россия». Также у нас присутствует один представитель трудового коллектива. В работе заседания принял участие депутат Совета городского округа Анатолий Лапин. Он рассказал о том, как формируются органы власти, как принимаются решения на уровне Совета городского округа. Проинформировали будущих избирателей и о предстоящих выборных кампаниях. Для молодежи это стало познавательным уроком. Узнали цели работы комиссии, поставили первые задачи. Мы должны хорошо вникнуть в систему избирательного права, так как через год мы будем участвовать в выборах президента Российской Федерации. Анастасия Деревянных уже работала в первом созыве клуба молодого избирателя. Она с удовольствием согласилась продолжить работу в составе новой команды. Много новых знаний вообще сталкиваюсь, как уже более работаешь хорошо с Конституцией. Так как я еще была наблюдателем на выборах, я видела все это вживую, как все это происходит, как приходят люди, как происходит голосование. В течение года клуб предполагает проведение различных акций, круглых столов и встреч с руководителями органов местного самоуправления и членами участковых избирательных комиссий.